Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. Сегодня понедельник, 18 декабря. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Начну с информации о событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае. Исторический хронограф. 18 декабря отмечаются учрежденный Организацией Объединенных Наций Международный день мигранта, а также День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России и День работников органов ЗАГС России. В разные годы истории 18 декабря происходили следующие события. В 1833 году в этот день впервые был исполнен гимн Российской империи «Боже, царя храни». В 1865 году в Соединенных Штатах Америки в этот день принята 13-я поправка, отменяющая рабство. Прошу обратить внимание на 4 года позже отмены крепостного права в России. 18 декабря 1876 года в Петербурге на Казанской площади прошла первая рабочая демонстрация. На ней выступил видный общественный и революционный деятель того времени Георгий Плеханов. 18 декабря 1921 года родился полный кавалер Ордена Славы, воспитанник Ивановского детского дома, ныне Ульяновского района Ульяновской области, Александр Облуков. После окончания фабрично-заводского училища Александр Облуков работал на заводе. Уже в июне 1941 года стал участником Великой Отечественной войны. Командир орудийного расчета Александр Облуков прошел всю войну. Несколько раз был ранен. За ратные подвиги был награжден 3 орденами славы. После окончания войны жил в Ульяновске. Работал слесарем на Ульяновском автомобильном заводе. В Ульяновске его имя присвоено одной из улиц города. 18 декабря 1940 года в Германии утвержден план нападения на Советский Союз, получивший название «План Барбаросса». 18 декабря 1970 года советской атомной подводной лодкой К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок – 44,7 узла, что соответствует примерно 83 км в час. 18 декабря 1981 года состоялся первый полет советского стратегического бомбардировщика Ту-160. 18 декабря 1995 года образовано подразделение собственной безопасности в системе МВД России. И 18 декабря 2011 года последние войска Соединенных Штатов Америки покинули территорию Ирака. Специальный репортаж. На протяжении уже нескольких лет в Ульяновской области проводится новогодняя благотворительная акция под названием «Подари детям праздник». О ее проведении в этом году рассказывает министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков. В этом году уже 10-й раз мы проводим благотворительную акцию «Подари детям праздник». Она пройдет по 9 января 2024 года. Акция состоит из двух частей. Это вручение сладких подарков детям и исполнение желаний детей в рамках «Елки желаний». В этом году сладкими подарками будут обеспечены дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семье опекуна, попечителей, приемных родителей, и дети из семей участников специальной военной операции, в том числе погибших, и дети беженцев из Украины, проживающих в пунктах временного размещения.
Таких ребят, проживающих на территории Ульяновской области, у нас более 37 тысяч. Они будут обеспечены в первую очередь за счет средств областного бюджета. Основная масса, в том числе, мы приобретаем и диабетические подарки. И за счет средств бюджетов муниципальных образований. Отдельно хотел бы поблагодарить муниципальное образование город Ульяновск, Новоспасский и Чердаклинский районы, которые уже приготовили очень массивную часть подарков. В настоящий момент также мы работаем со спонсорами и с организацией «Красный крест» уже подготовил более 300 подарков. Остановлюсь на второй части благотворительной акции – это «Елка желаний». Более подробная информация о проведении акции и ее условиях размещена на официальном сайте Министерства социального развития Ульяновской области sobes73.ru. Прием желаний будет осуществляться по электронной почте. Подать заявку могут дети в возрасте от 3 до 14 лет. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях, находящих в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также дети, родители которых принимают участие в специальной военной операции. 19 декабря мы проведем первое снятие шаров с членами правительства Ульяновской области и с руководителями органов исполнительной власти. Также в муниципальных образованиях будут проводиться мероприятия по исполнению желаний с привлечением благотворительных организаций и спонсорской помощи. Кроме того, для детей, погибших участников специальной военной операции, приобретены билеты на новогоднее представление в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова, которые состоятся 25 и 28 декабря 2023 года. Также по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 27 декабря для 17 детей, в том числе для 7 детей, погибших участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 10 лет, пройдет новогодняя елка. Прошу глав администрации муниципальных образований принять участие в проведении областной благотворительной акции, в том числе благотворительной акции «Елка желаний», а также руководителям организации всех форм собственности оказать помощь в обеспечении детей работников соответствующих организаций новогодними подарками. Исполнилось 25 лет системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Ульяновской области. О том, для чего она создавалась, как менялась в течение этих 25 лет и как работает сегодня, я прошу рассказать начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Ульяновской области Светлану Митрофанову. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 1 декабря 1998 года приступил к исполнению своих функций Департамент по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Ульяновской области. Это учреждение юстиции было создано на территории Ульяновской области, как и во всех субъектах Российской Федерации, во исполнении положений Федерального закона от 21 июля 1997 года о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С момента создания учреждения юстиции стали осуществлять государственную регистрацию прав и ведение единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В этот реестр вносились сведения о правах, сделках с недвижимым имуществом, ограничениях, обременениях, о правообладателях. Раньше не было какого-либо единого реестра собственников или иных обладателей вечных прав. Появилось понятие государственной регистрации прав как юридического акта признания и подтверждения государством возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество. Законодательно закреплено положение о том, что зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. С созданием органов регистрации появилась возможность совершения сделок в простой письменной форме. Насколько я знаю, Управление Росреестра по Ульяновской области в настоящее время осуществляет не только государственную регистрацию прав, но и государственный кадастровый учет. Совершенно верно. Полномочия по государственному кадастровому учету были возложены на управление с 1 января 2017 года с момента вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года о государственной регистрации недвижимости. В настоящее время управление осуществляет и государственный кадастровый учет, и государственную регистрацию прав. А все сведения вносятся в единый государственный реестр недвижимости, который включает в себя и реестр объектов, или иными словами, кадастр недвижимости, и реестр прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества. Что еще изменилось за 25 лет? Наверное, сократились сроки оказания услуг.
Сроки оказания государственных услуг существенно сократились. Раньше, наверное, многие помнят, что срок осуществления регистрации составлял не более 30 календарных дней. А в настоящее время государственная регистрация прав должна быть осуществлена нами в течение 7 рабочих дней, а если документы поданы через МФЦ, то в течение 9 рабочих дней. Государственный кадастровый учет – в течение 5 рабочих дней, если через МФЦ, то 7 рабочих дней. Одновременная процедура – это учет и регистрация – 10 рабочих дней. Если документы поданы через МФЦ, то в течение 12 рабочих дней. Но еще более короткие сроки установлены для осуществления действий в отношении участка, который предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража для собственных нужд или для индивидуального жилищного строительства, и в отношении зданий, которые на таких участках расположены. 3 рабочих дня с даты приема заявлений и документов, если документы приняты органом регистрации прав, и 5 рабочих дней, если документы приняты многофункциональным центром. А в отношении объектов бытовой недвижимости по заявлениям, которые поступили в электронном виде, учетные действия должны быть нами осуществлены за один день. И порядок предоставления документов тоже изменился? Да, порядок изменился. Если ранее все документы представлялись заявителями, в том числе и органами государственной власти, лично в бумажном виде, то теперь значительное количество документов представляется в электронном виде. Причем органы государственной власти и местного самоуправления, нотариусы в соответствии с требованиями закона обязаны представлять документы только в электронном виде. Прием и выдача документов, представленных лично, осуществляется не органом регистрации, а многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Ведение единого государственного реестра осуществляется в электронной форме, а управление при оказании государственных услуг перешло на безбумажный документооборот. Причем этот безбумажный документооборот не только при представлении документов в электронном виде, но и между МФЦ и управлением при личном обращении заявителей в МФЦ. Специалисты МФЦ сканируют представленные документы, заверяют скан-образы и передают в управление для осуществления учетно-регистрационных действий. После того, как управление осуществляет учет и регистрацию, результат оказания услуги в виде выписки направляется в МФЦ, а специалист МФЦ распечатывает выписку, заверяет ее и выдает заявителю. Сейчас активно развиваются электронные сервисы. А могут ли граждане подавать документы, не выходя из дома? Подача документов в электронном виде осуществляется через сервис «Личный кабинет правообладателя». Этот сервис располагается на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Заявление и документы представляются путем заполнения формы заявления. Эта форма размещена на едином портале. К заявлению прикрепляются электронные документы и электронные образы документов. Подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителей. А результат оказания услуги заявитель получает на адрес электронной почты, который указан в заявлении. Можно ли на госуслугах просматривать свои объекты недвижимости? Информация о принадлежащих гражданину объектах недвижимости отражается в личном кабинете на едином портале государственных услуг. Но корректное воспроизведение информации об объектах недвижимости в личном кабинете возможно при наличии в записях Единого реестра недвижимости сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета, то есть НИЛС, правообладателя, а также паспортных данных, которые совпадают с данными пользователя единого портала. Но для этого право собственности должно быть зарегистрировано в Едином реестре. А если гражданин является собственником объекта недвижимости на основании документов, которые были оформлены до создания системы регистрации прав, например, имеется договор приватизации, еще со штампом БТИ,
либо свидетельство о праве на земельный участок, выданное в 90-х годах, и гражданин не обращался за подтверждением своего права, то это право нужно зарегистрировать. Тем более, что государственная пошлина за государственную регистрацию ранее возникшего права не взимается. И вот тогда уже и объект, и правообладатель сведения будут отражены в личном кабинете. А для того, чтобы запись о праве появилась в реестре недвижимости, нужно подавать заявление о регистрации права? Конечно, законодательно установлен заявительный порядок осуществления и государственной регистрации права, и государственного кадастрового учета, в том случае, если сведения об объекте отсутствуют в реестре. Заявление можно подать лично в МФЦ или в электронном виде через личный кабинет. А для того, чтобы зарегистрировать право, необходим документ, который является основанием для внесения записей о правах, о сделках. Ну, например, договор приватизации, договор купли-продажи, дарения, государственный акт на землю и так далее. А для государственного кадастрового учета необходима подготовка технического плана этого отношения объектов капитального строительства, межевого плана, либо акта обследования в том случае, если осуществляется снятие с учета объекта недвижимости, который прекратил свое существование. Эти документы уже готовит кадастровый инженер. При строительстве либо реконструкции объектов необходимо разрешение на ввод. Нередки случаи, когда в управление поступают обращения граждан, содержащие просьбу зарегистрировать права на объект, погасить регистрационную запись об ипотеке. И к этим заявлениям прикладываются копии паспортов, иные документы. Причем в большинстве своем эти документы составляют не сами граждане, а некие юридические фирмы, вместо того, чтобы направить граждан в МФЦ. Поэтому, если у вас есть какие-либо документы или вы желаете зарегистрировать свои права, то в первую очередь нужно обратиться к специалистам МФЦ. Также необходимо уплатить государственную пошлину, размер которой установлен налоговым кодексом. Да, за 25 лет многое изменилось, а что-то осталось неизменным. Считаю, что неизменным остался профессионализм государственных регистраторов, огромное чувство ответственности. Мы начинали работать в департаменте по государственной регистрации прав. Сокращенное название было ДГРП. Думаю, многие радиослушатели помнят это название. А расшифровывали, причем не мы, а заявители, дом, где работают профессионалы. Хорошая расшифровка. Законодательство стремительно меняется, а сроки предоставления услуг сокращаются. Поэтому государственному регистратору для того, чтобы принять решение в соответствии с нормами действующего законодательства, необходимо много знать и постоянно учиться. У нас есть сотрудники, которые начали работать с первых дней создания системы государственной регистрации прав в Ульяновской области. Например, заместитель руководителя управления Крыженкова Ирина Николаевна. В настоящее время она курирует государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. Также с 1 декабря 1998 года работает заместитель начальника отдела регистрации арестов Шаварина Наталья Владимировна, главные специалисты-эксперты, государственные регистраторы Павлова Вероника Валерьевна и Сачкова Ольга Александровна. А у многих сотрудников стаж работы в сфере государственной регистрации недвижимости составляет более 20 лет. Светлана Владимировна, насколько я знаю, вы ведь тоже начинали работать еще в департаменте по регистрации прав. Да, и я горжусь этим. В апреле исполнится 25 лет, как я пришла в департамент. И полезно. С вами Наталья Козина. Врачами-диетологами названы популярные продукты, которые высасывают энергию человека. Есть продукты, которые не снабжают организм энергией, а наоборот, отнимают ее.
числе таких воришек – фастфуд. Речь о продуктах, содержащих насыщенные гидрогенизированные жиры, трансжиры. Это чипсы, сухарики и булочки с жареной котлетой. Организму приходится тратить слишком много энергии, чтобы переработать такую пищу. Кроме того, сами продукты обладают низкой пищевой ценностью. Фастфуд, конечно же, есть можно, но не чаще, чем 1-2 раза в месяц. Другая категория продуктов, которые высасывают энергию человека – это изделия из муки высшего сорта с высоким содержанием сахара. Они перевариваются быстро, мгновенно дают энергию, но через полчаса человек вновь чувствует голод, ведь он так и не получил полезные вещества. Алкоголь, кстати, тоже отнимает энергию и вдобавок плохо влияет на печень. Алкоголь и продукты с высоким содержанием консервантов могут вызывать дисфункцию печени и приводить к энергодефициту. Часто бывает, что человек накануне выпил, пусть даже немного, а на следующий день у него нет ни настроения, ни сил, то есть нет энергии. А вот если есть хронические заболевания, то такую еду вообще себе позволять нельзя, говорят врачи. А вот еще интересная информация. На улице холодно, не равен час подхватить простуду. Горло заболело, глотать больно. Мы бежим к врачу и в аптеку за лекарствами. В принципе, правильно делаем. Но есть продукт, который поможет больному горлу. Вы удивитесь, это мороженое. Мороженое снижает температуру воспаленных тканей и тормозит. Действие на передачу боли. Это такая местная анестезия. Обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов. Причем первую помощь при больном горле окажет не только обычное мороженое, но и фруктовый лед, и даже обычные продукты из холодильника. Однако стоит помнить, что ледяное лакомство лишь снижает болевой синдром, но никогда не сможет вылечить горло. Это только облегчение симптомов. Так что другую терапию придется продумать только вместе с врачом. Кстати, пение на холоде оказалось самым кратчайшим путем к воспалению легких. Помните об этом зимой. И еще полезная информация. Все мы заботимся о здоровье сосудов, но прежде чем хвататься за таблетки, проанализируйте то, что вы едите каждый день. Постарайтесь ограничить продукты, которые запечатывают сосуды. В частности, к запечатыванию сосудов может привести избыток сахара. Медики утверждают, что атеросклероз напрямую связан не столько с употреблением жиров, сколько с употреблением углеводов. Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами. В первую очередь необходимо ограничить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идет о сладостях, продуктах из белой муки, кашах быстрого приготовления и белом рисе. Употребление продуктов с добавленным сахаром оказывает влияние и на внешность. В частности, переизбыток сладкого может вызвать морщины и отеки. Также риск запечатывания сосудов повышают курение, злоупотребление спиртными напитками, а также недостаток физической активности. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без нравоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! А вы знали, что недоедать можно по-разному? Даже написание слова с частицей «не» будет зависеть от смысла. Глагола с составной приставкой «недо» нужно уметь отличать от глаголов с приставкой «до» и предшествующим отрицанием «не», потому что в первом случае слово пишется слитно, а во втором между «не» и «до» появится пробел. Но как не запутаться в этих глаголах? Начнем со слитного написания. Составная приставка «недо» выражает неполноту, недостаточность действия по сравнению с нормой. Если ваш глагол имеет такое значение – то смело пишите его слитно. Например, представим, что ребенку каждый день положено съедать два половника каши.
но вместо двух половников он ежедневно ест всего один половник, что в два раза меньше нормы, то есть он не доедает. Розенталь дает такую подсказку. Попробуйте заменить слово на антоним с приставкой «пере». В нашем случае «недоедает» – «переедает», поскольку у нас получилось подобрать антоним, который точно отражает противоположный смысл, то перед нами приставка «недо», и поэтому слово пишется слитно. Если перед нами глагол с приставкой «до» и предшествующей отрицательной частицы «не», то глагол с «не» пишется раздельно. Такой глагол показывает нам, что действие не доведено до конца. Вернемся к нашему ребенку. Его настолько замучили кашей, что ему хочется плеваться. Его детское терпение заканчивается, он вскакивает из-за стола, когда на дне остается пара ложек каши. Мальчик не доедает. Процесс поглощения каши не доведен до конца, поэтому пишем «не» с глаголом раздельно. Главное, что нужно здесь запомнить. При встрече с «недо» внимательно посмотрите на глагол. Что он выражает? Если неполноту действия по сравнению с нормой, пишется слитно. Если недоведенное до конца действие, пишется раздельно. И на этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Спортивный клуб. В Казани прошел всероссийский мастерский турнир по тхэквондо под названием «Золотая искра». Достойно выступили на соревнованиях представители Ульяновской области. В первый же день турнира серебряную медаль в весовой категории до 87 килограммов завоевал Андрей Загорулько. В весовой категории до 80 килограммов бронзовым призером стал Матвей Шулин. А среди юниоров весовой категории до 78 килограммов Макар Черепанов занял первое место. В соревнованиях среди юниоров и юниорок 2006-2008 годов рождения бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Дарья Полуэктова и Кирилл Котовский. В турнире среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения обладательницей первого места и золотой медали в весовой категории до 59 килограммов стала Ксения Исайчева. И целую россыпь медалей собрали ульяновские юные спортсмены в соревнованиях среди младших юношей и девушек 2012 года рождения. Здесь бронзовыми призерами стали Илья Хохлов, Дарья Воеводина и Матвей Волынщиков. Обладательницей серебряной медали стала Варвара Белова. И еще две золотые медали добавили в общекомандную копилку Дарья Рясова и Ника Кузнецова. Почти 1000 спортсменов из 43 регионов приняли участие во всероссийском турнире «Кубок Содружества по тайскому боксу» или, как еще его часто называют, «Муай-тай». Соревнования прошли в Нижегородской области. Ульяновскую область на турнире представили 6 спортсменов – 5 юношей и 1 девушка. К сожалению, наши юноши остались без наград. И вот что по этому поводу сказал старший тренер клуба единоборств К2 Константин Медонов. Все ребята проявили себя очень достойно. К сожалению, не всем удалось пройти в следующий круг. Но пару ребят прошли 1/8 и очень уверенно ее прошли. Но, к сожалению, в 1/4 с небольшим преимуществом уступили своим соперникам. А вот единственная девушка в нашей команде, Эвелина Машарипова, сумела победить всех своих соперниц и заняла первое место. И вот что она сказала после окончания финального победного поединка. Я каждую соперницу ценю. Если человек приехал туда, это значит, он ценит наш спорт и любит его. И для меня каждая соперница, она по-своему и сложная, но каждый сложный путь можно преодолеть. В ближайшее время ульяновским спортсменам предстоит участие в турнире окружного уровня, который пройдет в феврале. А на весну запланировано проведение первенства России по тайскому боксу. В Ульяновске планируется открыть первую в регионе лицензированную школу фигурного катания. Об этом сообщила помощник президента Федерации фигурного катания Ульяновской области Оксана Фридман.
По ее мнению, открытие лицензированной школы фигурного катания станет самым грандиозным спортивным событием 2024 года. В настоящее время школа уже работает в тестовом режиме. Идет процесс получения лицензии. По поводу сроков открытия школы Оксана Фридман сказала, что мы рассчитываем на февраль-март. Функционировать новая школа будет на коммерческой основе на базе спортивного комплекса «Аксель-Арена» в железнодорожном районе города Ульяновска. Программу «Утро нового дня» для вас провел журналист Евгений Слюняев. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. В этот день появились на свет гитарист, участник группы Rolling Stones Кит Ричардс. Bumps a dime and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. Певица – заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Удалова. Певица Сиа. Настоящее имя и фамилия Сиа Фёрлер. И исполнитель собственных песен – певец Вячеслав Сидоренко. Родная деревенька, резные хорошек срел, крылечко при ступеньке, ромашка в ветке. Родная деревенька, сирени белый цвет, крылечко при ступеньке, тебя милее нет. Родная деревенька, резные хорошек срел, крылечко при ступеньке, ромашка в ветке. Родная деревенька, сирени. Певица Анастасия Захарова. Она выступала на сцене под творческим псевдонимом Настасья. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1890 году в Уфе состоялся оперный дебют Федора Шаляпина. Он получил сольную партию стольника в опере «Манюшка Галька», заменив случайно заболевшего артиста. В 1892 году в Мариинском театре прошла премьера новой оперы Чайковского «Иоланта». Сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстною негой мне дивно полно, мне все от
объединяет не все, объединяет и жжет, как вино. Она только взглянет, как молния ранит, и пламень любви зардеет в крови. Песни сольется, и шепчет говорят, лицо светет. По страстике пучей и бурной жгучей глаза говорят и к блаженству. В 1999 году в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве состоялся финальный концерт мирового тура группы «Машина времени», посвященного 30-летию коллектива. Снова старт, он взят и нет пути назад. И по кругу кони мчат, почти летят. Вот опять я опоздал. Чё?